Ночами жители этого дома на Нежинской 26 слышат, как трещат балки на чердаке, как сыпется штукатурка и по стенам стекает растаявший снег. Это строение стремительно разрушается. У меня есть этот документ, что флигеля признаны ветхими. Жильцов подлежит отселению. Это когда еще? Это в 93-м, этот у меня акт есть. В 93-м некоторых жильцов отселили. Раиса Леонтьевна тогда ухаживала за больным сыном и съехать из проблемного дома не могла. После его смерти 79-летняя одесситка осталась одна со своими проблемами. Ее дом продолжает рушиться, и только в прошлом году женщина добилась небольшого ремонта. Наконец я подала в суд, присудили сделать ремонт. Но они сделали. Только внутри ДСП подбили. Крышу они не тронули, в ремонт не включили, не сделали. Чтобы увидеть ремонт, идем в дом. К слову, слабовидящая пенсионерка по этой крутой разбитой лестнице спускается и поднимается каждый день. Занятие не по возрасту. А вот и тот самый ремонт и потеки. Вот, крыши ремонт не делали, и смотрите. Вот это ДСП сделали, вот оно течет. Вот. На свежеотремонтированных стенах видны новые трещины, а местами уже посыпалась штукатурка. В помещениях без ремонта трещины глубже и длиннее. Зданию около сотни лет. Его построили для животных. Когда-то здесь были конюшни. Уже долгие годы на этом месте живут люди. И точно в нечеловеческих условиях. Когда на головы жителей на Нежинской перестанет лить вода, в ЖКС Портофранковский не знают. Ремонтировать крышу не спешат. Написали, квартира удовлетворительна, состояние удовлетворительное. Требуется, длительного ремонта не было, требуется ремонт. Про крышу ничего. Ко всему Раису Леонтьевну еще и пристыдили. Я ошибочно указала вам не ту квартиру, и вы взяли, звоните на весь город. Ну, правильно, потому что... Наташа, ты не знаешь, что я в 25-й живу? У вас две квартиры, 25-я. Ну и что, что у меня хоть будет 5? Какое ваше дело? Может, людям делать нечего, ходят занимаются? Да? Вы отрываете от дела людей, которые есть важные вопросы. Да. Пока коммунальщики чинить крышу не планируют. Ну а Раиса Леонтьевна ждет улучшения погоды и надеется, что снегопады не проломят старую кровлю. Ольга Голодова, Евгений Руденко, 7 канал.